Если алюминиевый шарик известного радиуса освещать ультрафиолетовым светом, он кванты света аж не будут выбивать фотоэлектроны. Частота ню связана с длиной волны, которая нам дана. Ну вот верхняя формула написана ню равно ct, на самом деле лямбда равно ct. Это я просто описался. Лямбда равно ct равно c разделить на ню. Если частота будет больше, чем работа выхода, это надо проверить, то электроны будут вылетать. И алюминиевый шарик будет заряжаться положительно. Когда у нас потенциал шарика достигнет какой-то величины, шарик приобретает заряд NE после того, как из него вылетело N зарядов, и потенциал шарика будет равен K умножить на число зарядов N умножить на заряд электрона, деленный на радиус шарика. Это формула для потенциала заряженного шара. Электроны не смогут вылетать, если потенциал превысит вот эту величину, которая указана H ν минус работа выхода. Будет возникать сила, притягивающая электроны.